очень. Вопросы? Или вы нам чего-нибудь пожелаете, чтобы мы, может, не болели? Ну, конечно, что это? Вести здоровый образ жизни. Это как? А вот как сейчас? Ведем здоровый. Давай, Санат. Так, нет, это не все, вас не отпустили. Вы знаете, вот здесь, вот здесь, нам просто ночи не хватит. Потому что трое, после этого мало. А мы сейчас дорисуем. Вот здесь должна быть вот такая большая-большая картина. Я изображу на ней такой аист. Не надо, это нам опять нянчить. Аист! Эти аисты почему-то в одной. Вопрос. Ждете ли вы аиста? Конечно, безусловно. Очень хорошо. Мы приветствуем. Значит, мы вот там 63 ставим точки. Ну, да, точки. Многоточие ставим. И много точек, Серега. Да. Сестра заявила, а уж вам на заходят. Так, я думаю, что следующий день мы менее всего знакомы. Надо соблюдать. Нет, знаете чего? А вот не все на свадьбе были. Да. Не были. И не видели. А вот нам горько стало. Я не знаю как. Я-то традицию ветрику. Давайте не будем делиться. Когда в прошлом году она задумала встречу своих одноклассников, вы знаете, это было... Вот я вам бы всем бы пожелала бы, чтобы вы тоже встречу такую сделали, вспомнили детство. И я подумала, а почему бы нам, нашей большой семье, большому нашему выпускному классу, и когда я узнала, что съезжаются в отпуск, уже кто-то вот уже, и знала, что не хватает только одной Леночки Кононенко, но не подстроиться к ней очень трудно. И вдруг сообщаю, что Лена приезжает за детьми. Стоп, есть момент. Решили вот, с тетей Ниной посоветовались, решили сделать встречу. Встречу вам, встречу нам и встречу ваших детей, наших внуков. И вот я взяла листок бумаги и стала писать, сколько присутствует нас сегодня. Должно быть. Получилось нас 59, бабушка 60. Переписала все имена. И вот среди нас всех присутствующих и отсутствующих временно... Слушайте сейчас, что у нас? 32 имени. Это статистика. Имени. Вас не разных почему? Среди 60 человек 32 имени. Нет, или повторяется, но... самое приятное для нашего был бы жив дедушка Андрей, мы бы ему сказали. Род Трибунских пошел не только фамилиям, а пошел и именем. Сережа Трибунский, который был в роду вашего отца, нашего свекра вашего дедушки, был брат Сергей. Сергей имя, видимо, было... счастливое, но не осчастливое до конца. Центральное. И у нас, среди нас присутствующих, 5 Сергеев Трибунских. Это первое место занято среди имен. Второе место среди нас присутствующих присуждается имени Наташа. Такого имени у нас 4. Третье место присуждается Тане, их 3, Валеры, 3, Нины, 3, Вали, Саницкая, Восток. Ну иди, ходи, я приду. Давайте призы снизу будем. Ваня, 1. Ваня, Ваша. Тять Вань, а поощрительный приз мне? Да. Я сказала, 3 приза. Первый, второй, третий. Значит, среди нас и сохранились тихо фамилия Трибунских. Больше всех набрал очков и первое место занял Трибунский Сергей. Сергей Трибунский у Саши, Сергей Трибунский у Андрюши и Сережа Трибунский у нас.
То есть не ты у нас, а у меня. Пошло дальше. Как это у меня? А что не возмущаешься? У Саши, у Андреевши и у нас. Андрея, фамилиям сохранено два. А ты что, примазал? Значит, дедушка Андрей родом пошел дальше. По имени и по... Да, значит, внук и правнук ушел в Андрея, значит, поэтому у нас просьба, Андрюша, к тебе сохранить твое имя и твой род дальше. Есть у нас трибунские две Наташи. Есть у нас трибунские нареченные две Нины. Хотели бы вы, не хотели, а ваш род мы ваш забрали. И среди нас присутствует, то есть среди нас есть два имени, сохранили фамилии Слава, Сагин. Да, это так важно. А имена в единичном повторились, остались. У нашей бабушки Марфуни, у нашей тети Дуси, у Володи, у Оксаны, у Миши с Катей, у Пети, артиллериста, у Вити, генерала, у Гали. У моего Вани, у нашего зятя Глеба, Виталик у тебя, и у нашего уважаемого, любимого ведущего с кинокамеры нашего дяди Глеба. Поэтому, когда, почему я этим вопросом занялась, потому что Наташа сказала: «Мам, я боюсь, я их никого не знаю». И было предложено так, что делать эмблемку и написать, как во всех звать. Думали, решили. Эмблемку мы эту составили, что в советском. Подразумевается эмблемка так: вот это дерево, вот это две ветки, вот корни идут. На одной ветке ягодка, а на одной ветке цветочек. Цветок — это вы, а ягодка — это ваши дети. Ну и для интереса, конечно, я придумала маленькие для вас сувениры. Для тех, у кого повторяются имена. А у кого не повторяются? Может быть, ее действительно распечатают? Почта. Туфли, во-первых, это всем интересно. Тетенька, какую туфли? Я наш Это мой сюрприз. Тетенька, у кого не повторяются? Туфли моей Тани, да? Это сюрприз мне оказали. Слово нашей артиллерии. Слово просит. Он моряк. Морской артиллерист, морской. Знаете, его заинтересовало. Почему? Мне повезло вдвойне. О, не надо. Мы живем в семье рыбака и в семье нефтяника. Поэтому наш приз всем по маленькой рыбке. Хватит, ей имена повторяются два и три раза.